Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем видеообзоре речь пойдет о представителе новой линейки HP OfficeJet. У нас в студии наиболее совершенная, старшая модель все в одном HP OfficeJet Pro 8500 Wireless. Давайте рассмотрим отличительные черты устройства. 8500 – это автономный офисный центр. Можно обойтись без чтения инструкции и без утомительного копания в настройках с компьютера. Все функции выведены на сенсорный экран и легко доступны. Принятые факсы и сканированные документы сами через сеть отправляются в указанную папку или даже по электронной почте выбранному адресату. Наглядно виден текущий расход чернил. В современном офисе часто требуется распечатка цветных документов, рекламных брошюр, листовок, разноцветных диаграмм и графиков в отчетах. Для этого в целях экономии приобретается цветной лазерный принтер. Принято считать, что в этом случае затраты ниже, а качество и скорость печати выше. HP заявляет, что новые технологии струйной печати ломают этот стереотип. Большие XL-картриджи нового поколения и усовершенствованные головки экономят при печати до 50% в сравнении с недорогими цветными лазерными принтерами. Качество печати также подросло. Более того, пигментные чернила сделали отпечатки более устойчивыми. Краска дополнительно фиксируется полимером, содержащимся в картридже. Проведем простой эксперимент. Погрузим свежий отпечаток в воду. В случае обычного струйного принтера чернила сразу бы расползлись. Как мы видим, в нашем случае этой проблемы нет. Наиболее эффектная функция – автоматическая двусторонняя печать. Принтер печатает страницу с одной стороны, втягивает лист обратно и печатает вторую сторону. Налицо экономия бумаги. Имеется несколько режимов печати, позволяющие оптимально варьировать расход чернил, скорость и качество печати. Для большего эффекта можно печатать в фотокачестве на плотной глянцевой бумаге HP для струйных принтеров. Сверху располагается традиционный планшетный сканер. Но возможно также и автоматическая подача. Снизу есть лоток для автоподачи бумаги, емкостью 250 листов. Спереди раздельные разъемы карт памяти и вход USB. Это позволяет распечатывать фотографии или сканировать файл на внешние носители. Разъемы расположены сзади. Кроме USB и Ethernet подключения есть Wi-Fi адаптер. Это позволяет расположить принтер в любом удобном месте. В заключение нашего ролика перечислим 5 основных свойств новых моделей HP OfficeJet. Первое. Экономичность. Цена отпечатка вдвое ниже по сравнению с лазерными принтерами. Раздельные емкие XL-картриджи. Второе. Новые стойкие чернила с высоким качеством печати. Третье. Многофункциональность. Замена факса, сканера, принтера, ксерокса. Четвертое. Множество интерфейсов подключения. USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, карты памяти, Picture Bridge. Пятое. Доступная цена и 3 года гарантии с заменой устройства прямо в офисе заказчика.